Доброе утро, с вами юрист Николай Попов. Помните, что ваше право можно защитить. Здравствуйте. С начала года нас мучает лай и вой собаки соседки сверху. Днем, а иногда ночью, она оставляет ее одну в квартире, и та начинает устраивать истерики. Лай, вой каждые 30-15 минут по минуте две. К ночи становится громче и чаще. Сама хозяйка приходит и уходит в разное время. Пытались договориться с ней, предлагали использовать специальные ошейники и сделать операцию по подрезанию связок, как сделали другие соседи. Предлагали деньги. Ничего не подействовало. Последние 4 месяца обещала все-таки сделать операцию собаке, но так и не сделала. Теперь терпеть это невозможно. Вой прямо над головой. Уже практически не бываем в той квартире. Что можно сделать? Вам нужно подать заявление и зарегистрировать его в отдел полиции по месту нарушения. Указать на систематическое нарушение тишины. Далее обратиться в Роспотребнадзор Челябинской области с этим же заявлением с просьбой зафиксировать факт нарушения тишины в жилище. Затем по факту возникновения такой проблемы сразу вызвать полицию по телефону, чтобы они запротоколировали факт нарушения закона о тишине. Если через 10 дней после вашего обращения сотрудники полиции не отреагируют на заявление, пишите жалобу в прокуратуру на бездействие сотрудников полиции. Затем, если все эти действия не дают эффекта, вызывайте эксперта по измерению уровня шума, фиксируйте факт нарушения и подавайте иск в суд об устранении нарушения жилищных прав. В суде, конечно, лучше, чтобы ваши интересы представлял юрист. На остальных этапах можно пробовать решить вопрос самостоятельно. Задавайте ваши вопросы по телефону, который видите на экране, с 10 утра до 7 вечера. Также вы можете посмотреть этот и другие мои ответы еще раз на сайте 1obu.ru. И хорошего вам дня!